Чебоксарский речной порт в июне возобновил навигацию на левый берег Волги. Речные трамвайчики курсируют по маршрутам Чебоксары-Сосновка и Чебоксары-Пляж-Левобережный. Чтобы наконец прочувствовать лето во всей красе, надо отправиться на Волгу. Так решили ребята из пришкольного лагеря «Веселая планета». В столицу они приехали с Аликовского района. Теперь сочинение «Как я провел это лето» – классика образовательного процесса. Школьники во многом посвятят этой поездке. За все свои годы жизни я ни разу не была на море. И вот с этим выездом я будто почувствовала, что впервые оказалась на море. Я сидела на верхнем этаже, и там был очень хороший вид. Я оглядывалась и смотрела в обе стороны. То где чайки, то где что. Мы фотографировались, потому что здесь очень красивый вид. Ребятам тоже очень понравилось. У меня и у моих друзей наверняка останутся хорошие воспоминания об этой поездке. Всего на балансе городского речного порта 2 судна. Пока запустили теплоход «Чувашия». Рейсы ежедневные, но в дни, когда будут подобные массовые выезды, возможны и отклонения от расписания. Горожане у нас все соскучились. Очень много было желающих на левобережный пляж людей отдохнуть в солнечную погоду, жаркую в городе. Все-таки все равно жарко, людям хочется отдохнуть. Они вот активно у нас катаются, ездят на Сосновку и на пляж. Запустили в работу только теплоход «Чувашия». Сейчас будем смотреть, как у нас будет, какой будет трафик, пассажиропоток. Исходя из этого, будем принимать решение о вводе дополнительной единицы. Помимо выполнения рейсов на левобережный пляж и на Сосновку, мы ежедневно проводим часовые прогулочные рейсы. Валентина Ладушкина в Чебоксарах проездом. Гостит в столице уже второй раз. Говорит, в первый не успела обойти все достопримечательности. В планах прокатиться на теплоходе «Чувашия» и посетить корабль-музей. Мы с подругой так вот путешествуем. Я в этот раз вот просто в свободное, можно сказать, плавание отхожу. Я смотрю, как симпатичный дома. Может быть, это только в центре. Вот, вообще хорошо как-то стало. Но самое главное – душевный город. Проехаться на таком трамвайчике для взрослых стоит 85 рублей. Для детей – в половину меньше. Чтобы не поднимать цены на проезд, недополученные доходы компенсируют из столичного бюджета. В этом году в бюджете предусмотрены деньги около 6,5 миллионов рублей на компенсацию речных перевозок пассажиров. И соответствующее соглашение подписано с Чебоксарским речным портом. Для удобства пассажиров местоположение речного транспорта в режиме реального времени отображается в приложении «Умный транспорт» и на портале «БасЧеп». В случае плохой погоды рейсы на левобережный пляж могут и отменить. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.